Есть в мире такое место, где вы никогда не почувствуете себя одиноко. Где вас всегда поймут и поддержат. Где старшие всегда в почете, а детей воспитывают в атмосфере любви, формируя в них жизненные ценности. Это место счастливых пап и мам. Это место прогрессивной молодежи. И не только молодежи. Здесь мужчина ответственный и целеустремленный. Он заботливый отец и любимый муж. Здесь каждая женщина знает, что она неповторима. Она любима, счастлива и успешна. Это место искренней и настоящей дружбы. Это место счастливых родителей и благодарных детей. Здесь высоко ценится профессиональное творчество и стремление раскрыть свою гениальность. Это место свободы от любой зависимости и исцеления от всех болезней. Здесь тренируются мышцы тела и разума. Это место, где Бог прощает все наши грехи, слышит молитвы и отвечает на них. Это место, где можно научиться проблемы превращать в возможности. Это место обретения истинного смысла жизни и исполнения своего предназначения. Это место формирования успешной личности, которая достигает свою цель. Это место, где исполняются мечты и где каждый может состояться. Это место – церковь, посольство Божье. Мы приглашаем вас в посольство Божье. Место, где каждый может состояться. Место исцеления всей вашей семьи. Церковь, где восстанавливаются судьбы.